Дело в том, что чем выше уровень тестостерона у мужчины, тем более результативен тренинг. Поэтому, мне кажется, я нашел формулу, как нужно заниматься в зале, чтобы результат был максимальным. Нужно, чтобы уровень тестостерона повышался прямо во время тренировки. И вот что для этого нужно. I can't get no satisfaction, 'cause I try, and I try, and I try, and I try. I can't get no satisfaction, 'cause I try, and I try, and I try, and I try. Это настоящая мотивация заниматься в зале изо всех сил.